Приветствую всех на канале Боженитый, Омская область. С вами я, ее ведущий Влад. Сегодня у нас март месяц перевалил за середину. Уже хорошая такая погода установилась весенняя. Днем минус, ночью 0-1. Ну, самое то, когда снег еще лежит, но уже подтаивает, грязи нет. Сегодня вообще хорошо, солнышко светит нормально, ветра вроде нет сильного. Короче, тема разговора такая, значит, тема тракторная. Подписчики, и вот мои подписчики, значит, подписчики параллельного канала, это Володя Белова-Сакунева, интересуются техникой, а именно тракторами, значит, задают вопросы. Но я тоже на эту же тему, значит, постараюсь наговорить текст на камеру. Ну, не знаю, как получится, не получится, если мысли не собьются, конечно. Меня спрашивали, что вот, значит, сколько у тебя голов и тому подобное, какие доходы. Я промолчу об этом, о головах и о доходах, потому что обязательно найдутся те люди, которые попытаются, значит, меня подоить. Либо путем налогов, либо другими способами. В деревне я живу бедно и плохо и тому подобное. Кто люди понимает в этом, в чем смысл, о чем идет речь и какой разговор, те посмотрят и сделают соответствующие выводы. Так, значит, по поводу еще трактора, значит, 43-го региона, значит, Сергей, значит, спрашивал по поводу покоса. Тоже я сейчас кое-что там объясню, покажу, пусть он увидит. Сергей, привет, молодец, все делаешь своими руками. У тебя еще все впереди, и ты добьешься хороших результатов. С маленькой фермы тоже, значит, с нашей области, наш земляк Старского района, спрашивал по поводу, значит, ЗТМов. Сейчас тоже попробую расскажу. Что я могу сказать, значит, по поводу ЗТМов? Я не механизатор. Я гуманитарий. У меня гуманитарное образование, и, значит, к технике я имею, значит, довольно-таки посредственные отношения. Тракторные права я получил уже, когда мне было далеко за 40. Ну, то есть, похоже, или в этом году, или в следующем их нужно менять, значит, на более новые совершенно. А до этого, значит, мы, ну, также жили в деревне. Значит, правда, в колхозе я не работал, на колхоз работал. И, значит, мы держали коров. Жена вообще городская, никогда ни козы, ни коровы, ничего не видела. Потом я постепенно начал с козы привел, не отказалась, значит, сообразила, как с ней управляться, пользоваться, кормить. Потом поменял мотоцикл на корову, и так дальше пошло. Значит, коров количество начало увеличиваться. Ну, обычно держали 2-3 для себя, вот дети росли, потом, значит, вот эти вот, начало 2000-х, конец 90-х, кстати, сложные года, питали за счет своего домашнего хозяйства, результатов труда. Потом уже, значит, экономика так сложилась, что стало ясно и выгодно, что ничем, кроме крупного рогатого скота, для нас заниматься невыгодно. Только КРС, только производство, значит, молока. У каждого региона, значит, свои индивидуальные особенности, значит, дальше от города, ближе от города. Я могу сказать, что близко к городу Омский район, ну, не самый хороший, не самый перспективный. Нет своего рынка, все стараются уехать в город. В городском рынке, значит, заиметь свое место для реализации, значит, продуктов и ПХ довольно сложно. А вот в пределах 100, 150, 200 километров от города это нормальные районы, удобные. Так, отступление, значит, по существу. Я расскажу, значит, почему у меня два ЗТМа, значит, и как я их купил. А купил я их так. Я купил два по цене одного. Как это произошло? Начну опять издалека. В 2014 году, значит, у меня детей, у меня двое сыновей призвали в армию. До этого, значит, мы косили, у нас был вот трактор, вот ТЗ-60. Какой он, я в 2009 году, что ли, его... Ну, там по документу посмотреть, покупал, значит, им пользовался. Нам его вполне хватало. Значит, у меня и на нем кунт был, и навесное оборудование, значит, все есть, и плуг свой. Управлялись своей семьей,
вполне хватало. Количество голов, ну, примерно было такое же, как и сейчас. Значит, гребли обыкновенными поперечными граблями. Значит, все собирали. Дети, значит, когда дети приезжали из города, студенты, один учился, другой еще здесь учился в школе, хватало сил и возможностей. В 14 году, когда детей призвали в российскую армию, стал вопрос, а как же быть дальше? Молодняк мы попродавали, а, значит, маточное поголовье, дойное оставили. Значит, в связи с этим, значит, мы в течение зимы решил вопрос, значит, с прессом. И уже летом, кстати, пресс купить не так сложно. Не сложно найти деньги и перечислить. А для меня было довольно-таки сложно и проблематично его привезти. Далеко, значит, в середине России находимся. Сложно привезти было его. От трассы тоже далеко. Там проблемы. Я в предыдущих роликах я рассказывал об этом. Значит, все, значит, пресс я зацепил за этот трактор, значит, все настроил, как обычно, значит, косил, греб волковыми граблями, цеплял, значит, пресс, собирал. Но, значит, где-то через месяц стало понятно, что с одному трактору работать с такой более совершенной техникой, как пресс, довольно сложно. Получается в чем, что скосить это одно, ладно, скосил. А потом, когда начинаешь грести, день гребешь, на следующий день либо дождь, либо дождя нет, значит, мы в лесу живем, влажность высокая. До обеда, значит, раньше обеда, значит, не едешь подбирать волок. Когда к обеду приехал, либо поднялся ветер, а волок он высокий, его сдувает. Значит, либо начинаешь собирать, а 50% волка пресс не подбирает, он остается на земле. То есть за высокой влажности вот этот волок опускается на землю к обеду. И сложно. И потом, значит, мы с Лехой тут переговорили, да он и сам предложил, значит, будем работать вместе. Кто такой Леха? Ну, я там внизу, значит, сделаю ссылку, значит, на Алексея. Ну, мой напарник. Вместе работаем на покосе. Он занимается, значит, зерновыми, а я занимаюсь, значит, крупным рогатым скотом. Вообще, я скажу, вот большинство людей, кого-то я знаю, на Ютубе люди не случайные. Что Вадим Рыбин, что с Курганской области, кстати, Вадим, здорово, что Володя Белов. Попали на YouTube не просто так. И я тоже, значит, не раз попадал, значит, в обзор средств массовой информации. Как районных, так и областных. Тоже я постараюсь сделать ссылку, значит. В общем, сама жизнь, хочешь не хочешь, а выталкивает нас на поверхность основной серой массы людей. Кто, значит, работает, кто, значит, потребители. Мы являемся производителями, поэтому нас всегда видно. На нас всегда обращают внимание. И люди смотрят, берут пример или, значит, пытаются, значит, посмотреть, а как это получается у других, смогут ли они это сделать. Так, болтовня. Значит, когда, в общем, летом мы поработали, значит, с Лехой, значит, на покосе. Потом зимой, ну, сложно. Он Т-25, значит, постоянно нужно перецеплять. У него, значит, помогал ему тесть, косил, он греб. Мало техники получается. Земли много, а, значит, трудоемко. Потом в течение зимы, значит, я задался проблемой, значит, купить еще себе трактор. Я рассматривал, значит, сразу же, значит, какие варианты. Это Т-25 под грабли, либо МТЗ. Значит, Т-40 я даже не рассматривал, потому что Т-40 специфическая машина, она только для лета, для Сибири не пойдет. Его все нормально, телегу тащит, работать можно, но зимой его не заведешь. Все, значит, как только и холодно, не заведешь, все, я даже не рассматривал. Если, значит, в этом стоит Д-248 двигатель, в нем зимой тепло, я помучаюсь его на стартере, но заведу. А Т-40 нет, бесполезно. Значит, а Т-25 я могу затолкать в гараж, там его подогреть и завести. А МТЗ там вообще не сложно с заводкой. Значит, открыл интернет,
значит, и через Авито, и на другие, значит, сайты, значит, по продаже искал технику. Я уже был готов купить и съездить в Новосибирскую область, в Тюменскую область, значит, посмотреть, какая есть техника, если подходящая. Ну, короче, 2 месяца сидел на объявлениях, ничего толком купить невозможно. Если техника нормальная, стоящая, что ее можно сесть и на ней работать, значит, МТЗ в пределах 400. Т-25 не дешевле, 350-380. А такую технику, которую можно купить и потом опять ремонтировать ее все лето, мне не нужно. Потом в одном из объявлений я нашел, увидел случайно буквально, значит, что предприятие омское, значит, в связи с банкротством распродает технику. Какую технику? Ну, там выставлено было несколько этих объявлений, фотографий. Поехали мы с Лехой на это предприятие. Ну, что за предприятие? Под Омском находится предприятие, которое банкротится. И, значит, ну, не каждый год, а через определенный промежуток времени. Ну, года через 3-4. Через меняет свое название на другое. То есть, ну, ясно, как устроена там экономика. Набирают кредитов, потом, значит, по тем или иным причинам, значит, не могут их отдать, банкротятся и значит, заново продолжают работать. Приехал туда на предприятие, там менеджер, ну что за менеджер? Я так понял, что кризис-менеджер, значит, с пакетом документов ходит по территории и предлагает купить у меня то или это. Зашли мы в клетку, в клетке стоят штук 7 или 8 тракторов. Стояло 3 ЗТМа, значит, остальные стояли МТЗ. МТЗ, значит, ну, конечно, хотелось сразу же МТЗ. Ну, МТЗ это все авторитетный трактор, значит, все предпочитают. Но как, значит, как только я, зима была, 30 градусов, как только я снял с этого МТЗ чехол, я сразу понял, что его покупать не стоит. Почему? Потому что под чехлом был капот, а под капотом был двигатель. А двигатель был вот цвета, ну блин, ну вот такого цвета. Нужно было брать лопату и, значит, саперной лопаткой от него отскребать масло. Кто там работал, ну, в общем, непонятно. С гидроусилителя спереди, как обычно, текло масло, значит, и все его затягивало через вентилятор на двигатель. Ну, сразу стало ясно, что двигатель перегретый. Ну, там, правда, вытащил щуп, посмотрел, масло есть. Ладно, заводить на улице не заведешь, нужно в гараже заводить. Значит, пошли другую технику смотреть, что там еще есть. И вся техника, стоимость ее, ну, начиная где-то с 200 тысяч, и пошла дальше, до 400, до 500 тысяч. Естественно, я за 500 тысяч не буду покупать. Я, значит, в разумных пределах смотрел технику. Пошли, значит, дальше смотреть. Посмотрели, ничего подходящего нет. Ну, техника убитая вся напрочь. Что такое предприятие? На предприятии кто работали? Садили молодых пацанов. И они там выжимали из этой техники все, что можно. А потом, ну, не ремонтировали. Если ремонтировали, то крайне плохо. Ну, не в частных руках. Предприятие, оно есть предприятие. Стоял там ЛТЗ-55. Это Т-40, только с большой железной кабиной. Ну, в принципе, я так подошел. И он стоял поперек. Все стояли в ряд трактора, а он поперек. Подошли его, посмотрели. Видно, что трактор нормальный. И ценник сразу 150. Ну, что такое? Нереальная цена какая-то. Значит, посмотрел, полазил, значит, крестовины ни разу не перебирались, значит, бортовые виды. Ну, видно, что болты все, заводская краска, значит, бортовые подтянутые, нигде ничего никого. Спрашиваю, вот бери. И сразу же, значит, там менеджеру давай название, вот мы едем к тебе, значит, покупать этот трактор, сразу с деньгами, ты, значит, ну, типа аукциона там устроили. Ну, ладно, устроили аукцион. Я не купился на это дело. Все, значит, забрали люди другие. Хорошо, что забрали. Оказывается, все, что не делается, все к лучшему. Этот трактор, значит, был в аренде, в субаренде, значит, где-то в Калачинском районе. Потом, что у них там произошло, не знаю. Предприятие, это собственность предприятия. Они, значит, договор аренды с человеком
расторгли и забрали технику себе. И пока тот судился, они этот трактор его продавали. Поэтому цена была гораздо ниже, и они ее продавали дешевле. Ладно, значит, походили, повыбирали, что же выбрать. Выбирать нечего. Ну, пока ходили, нашел, купил себе телегу, вот ПТС-4 я вам покажу. Менеджер нормальный парень, адекватный, байкер наш омский. Не буду его говорить по это самое имя, отчество, но погоняло у него вроде как зять или тесть, вот такое. Ну, нормальный пацан, с ним дело можно иметь. И себя не обидит, и людей нормально относится, не обманет. Ездили мы туда, ну, раза три, наверное, четыре, все ходили, выбирали, что выбрать. Ну, потом уже все, забрали телегу, менеджер видит, что люди приезжают не с пустыми руками, значит, уже уехали. Дня через два звонят, слушай, забери, значит, ЗТМ. Что такое? Ну, я тебе, вам, я увольняться вот тут собрался, значит. Я так понял, что он получает, кризис-менеджер, процент от продажи. Забери, значит, два трактора по одной цене. Ну, как так? Ну, я тебе скидку сделаю 50%. И так получилось, что я забрал два трактора по одной цене. Так, значит, какие были трактора? Объясню. Трактора стояли... Ну, один, наверное, лет 6 в клетке, а второй стоял, ну, лет 10, это точно, в клетке. Причем вот этот трактор стоял, значит, с десятку, это 10 лет, ну, в общем, стоял на коленях, вот так. Оно колесо накачано, все колеса были спущены. Стоит, вот она, заводская резина, родная еще стоит, завод, значит, как комплектовалась. Кто на ней ездил, ну, я так понял, что на них... Ездили малолетки, которые вообще ничего не соображают техники. Мы и то разобрались, что и как, и в чем тут дело. Что было у этого трактора? Почему? А мы приехали, хотели их завести. Ночью мороз, 25. Взял с собой, значит, аккумулятор большой. Ну, думаю, сейчас по 190. Бензин, все. Приходим туда в клетку, подсоединяем, крутить. Ничего не крутится. С проводами ничего не понятно. Значит, попытались пускача завести. А, значит, ну что такое клетка? В клетке стоял, значит, снимали все, что можно снять. Не начиная от фар, кончая тавотницы, вот где что там, колесо пропало, приходят, все, снимают, двое крутят колесо, а третий ходит там, болтики, гаечки, крышку от бензобака сняли и тому подобное. Ну, разокомплектованная техника. Вообще невозможно было ничего с ней, невозможно было завести. Походили, подумали, ну, я так... А, по двигателю. Пошел я смотреть двигатель. Сейчас я покажу. Что меня в двигателе удивило. Вытаскиваю щуп, и на щупе Нету масла. Ну как так? Что ты, двигатель заклинивший, что ли? Зима, завести невозможно. Ну сразу же что-то не то. Ну я потом взял этот ограничитель, сдвинул немного и засунул щуп туда подальше. И масло нашел. На конце щупа, значит, было там капелька масла. Ага, ну масло выгоняет. Почему? Ну сразу же, какая причина? Значит, либо кольца были полопавшиеся, либо еще по какой-то причине, но масла не было в двигателе. Сейчас назад поставлю. Ну так, подумали. А, еще что? Была, значит, полностью разбита вся вот эта, значит, ходовая спереди. Начиная с подшипника, вот эти все втулки, значит, Туки были и там везде, все вот так вот болталось, невозможно было ехать. Я, наверное, месяц, наверное, ковырялся, выбивал, да, менял. Ни у кого спросить толком еще нельзя. Все ездить умеют, а ремонтировать нет. Так, потом, думаю так, если этот трактор, он хорошо выглядит, ездил мало, все там у него включается, и кулиса все работала. С этого, значит, со второго трактора сниму двигатель и поставлю сюда, и буду ездить. Когда привезли всю эту технику домой, сразу нанял две машины,
вдвоем, значит, в два манипулятора погрузили, они, значит, каждый себе, и, значит, увезли, привезли домой. Это зимой было дело, уже под весну я, значит, их забрал с предприятия. Ждал два месяца, когда оформят документы. Ну, тоже в организации покупать довольно-таки сложно, что там куча заморочек. Хорошо, документы все отдали, я снял с учета, позвонил, сказал, что с учета снял. Все, значит, менеджер уже уволился. Другой сказал, молодец, что снял, нам меньше налогов платить. Значит, давай дома там разбираться, собирать, перебирать, спрашивать у людей, значит, что и как отремонтировать. Нету в двигателе масла. Значит, залез снизу, открутил, сейчас я покажу. Так. Открутил, значит, снизу поддон и слил. Вот он, поддон, вот она, крышка с той стороны слилось, ну, где-то 6 или 7 литров масла. Ага, это уже, значит, было хорошо. Начал искать причину, почему же нету масла. Ну, я залил сюда масло, как обычно, но нужно попробовать, завести же двигатель. Там сколько я, наверное, ну, 20-ку, наверное, с лишним залил масла. С толкача, с буксира завели трактор. Все работает, все нормально, все скорости включаются. Ну и непонятно, почему же это не было двигателя масла. А потом, когда давай внимательно смотреть, вот в этом месте, вот, значит, ТНВД, а здесь стоит счетчик моточасов. И вот в этом корпусе открутились привод моточасов, планка. И пробило вот этот корпус внизу. Кто там ездил, ну, непонятно. И масло выгоняло, но я не знаю, я бы еще обратил внимание, что масло на нем белое, светлое. Вот это нормальное рабочее масло, а в двигателе мало. В общем, я так понял, что не ремонтировать не стали, и ума не хватало на это. Бросили его трактор, так он и стоял. Я вот этот корпус снял, моточасы снял. Не нашел такой корпус, а просто взял эпоксидкой, заклеил, подождал 2 дня, когда высохнет. Все, и собрал, значит, он работает. Ну, конечно, тут косяков было много на этом тракторе. Вот какие вот косяки, значит, не было магнеты, магнету покупал, карбюратора не было, значит, все забито было грязью. А что еще интересно, вот вроде бы два одинаковых трактора, значит, год выпуска в них разница, а двигателя разные. Почему разные? Значит, вот на этом, на одном ремне шкив, а на втором тракторе, который у меня стоит с куном, у него 2 шкива, значит, на нем стоял компрессор. Компрессор тоже его сняли, пока он там стоял в клетке. И еще у этого трактора какой большой плюс. У него головка, на головке стоит декомпрессор. То есть, когда зимой его заводить, открываешь декомпрессор, вот он этот рычаг, вот он рычаг, открываешь декомпрессор, и трактору, пускачу ПД, крутить его гораздо легче. А на том тракторе ПД нету, это гораздо хуже. Ну, тут можно долго и много разговаривать по поводу, значит, ZTM-ов. Я могу сказать, что вот кто будет покупать, у кого на что денег хватает, тот пусть и покупает. А потом уже будете разбираться. Ну, конечно, новую технику покупать лучше. Но новая техника, наша современная, оставляет желать лучшего. Вот хотя бы на этом примере тракторе. Здесь, в этом тракторе, пластмассы моря. Для того, чтобы дешевить продукцию, производитель делал из пластмассы. Как крылья, как капот, как крыши. Даже крышки на бортовых в нем пластмассовые. Это же техника советская. Советской проектировки и сделана, значит, по советским стандартам. Гораздо крепче и удобнее. Но этот трактор для сухой погоды. Как понять, для сухой погоды? Если дождь прошел, то на нем лучше никуда не ездить. Он малооборотистый, тяжелый, чуть грязь, он начинает буксовать.
МТЗ насчет этого гораздо лучше. Если брать трактор для деляны, то ЗТМ или ЮМЗ лучше не брать. Конечно, лучше МТЗ. Но в ремонте вот этот трактор, значит, он гораздо удобнее в ремонтной пригодности, чем МТЗ. Так что, ну, выбор за вами. Говорить можно много. Еще раз повторю, значит, привет Вадиму Рыбину с Курганской области, значит, маленькому хозяйству Старского района, колхозу с нуля Собинского района, с Новосибирской области. Володе Белову, привет, Володя, продолжая твою тему. Ну и всем остальным зрителям и подписчикам. Буду дальше продолжать и освещать тему, значит, тракторов. Подписывайтесь на канал. Кому интересно, ставьте лайки. Кому не понравился я, ставьте дизлайки. Я не огорчусь. Ну ладно, друзья, всем пока, до свидания.